Всем мэраба, дорогие зрители, в этот раз я нахожусь в районе Оба, хочу вам предложить вариант 2 плюс 1 в комплексе, который был сдан в 2010 году. Вид с балкона, как вы видите, сторона юго-восточная, там море, зеленая большая территория, айда 700 лир. Там зона барбекю, беседочка закрытая и хороший бассейн. Открытая парковка в той стороне, тоже вам покажу. Здесь большой балкон, первый, застекленный. Гостиная, совмещенная с кухней. 100 квадратных метров, вся полезная площадь, минимум. Так, кондиционер. Здесь бэка. Бытовая техника Vestel. Стиральная машинка бэка. А3+. Холодильник тоже бака. Здесь прихожая, вход в квартиру. Это у нас первая спальня. Смотрит на балкон. Первый санузел, проточный водонагреватель, душевую, а также есть центральная солнечная батарея на крыше. Есть вытяжка. Тут у нас родительская спальня. Минимум 14,5-15 квадратных метров полезная площадь. И второй санузел. Бюджетный вариант. Цена 140 тысяч евро. И также здесь балкон. Это все уберут. Колеса. Так. Спускаюсь вниз, показываю территорию. На этаже у нас 4 квартиры. Этаж второй. Внизу у нас есть кладовки. Расстояние до моря максимум 1200-1250 метров. Это максимум до воды. Рядом есть инфраструктура для жизни. Сеть магазинов Тахтакале, Почташ, Микрос, Бим, Шелк. Ну, все, что надо, есть. Открытая парковка, фасад здания, недавно покрасили. Как бы теща сама проживает вот здесь. Вчера только мы здесь отдыхали. Вот она там. Салам алейкум! Не увидела. Так. Вот такая зеленая территория. Там тоже зеленые цветы, фруктовые деревья здесь посажены, апельсин, мандарин, мушмула и тому подобное. Вот здесь зона барбекю впереди, день рождения можно отмечать. Миндаль, нет, это сюда миндаль. Так вот. Все, дорогие зрители, звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-91-10. Ставим лайк, подписываемся на наш канал. Всем пока-пока.